Там горит! Там горит что-то, ребята! Горит, горит, горит! Капуста, капуста! Я бегу за ней! Ульяна! Я тебе картошку привезла, но меня закрыли! Всем привет, друзья! И сегодня мы играем в новую игру Dare to Cook. Я не одна, разумеется, а с ребятами. Привет, ребята! Привет! Привет! Привет, Ульяна, только нас очень сложно узнать. У Ланы такие бигуди красивые. Да! А у меня мужская прическа. О боже! Ой, вы с Ёшей как близнецы. Только у Ёши, по-моему, отобрали всех шиберов, потому что с ними нельзя на кухню. Да. Ну, у меня вообще хвост оторвали, так что... Ой, ой. Ой, кстати, я не заметила даже. Да. Что ты без хвоста. Так, ну что, давайте тогда пойдем. Давайте, только давайте попробуем вместе заходить в эти воротца. Ребята, я села за стол. А какие воротца? А, плейхер. А как выйти? О, все. Прыгни, да-да-да. Так, давайте подойдем. А, Ульяну, подождите. Аккуратно, и будем заходить в одно время. Ева, ты уже ткнулась, ладно, пошли. Пойдем, 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 заходим. Так, ну что, ребятки, начинаем готовить. Да, да, так. О, боже. Я взяла перец. Я капусточку. Шинкуй, шинкуй. Ой, подождите, а где... У-у-у! Где доска? А, все, я нашла. Как прикольно он делает. Так. Блин, так есть... смешно смотреть, как мы шинкуем перец. И, в принципе, продукты. Стой, 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 положи, Ульян, положи. Что там у вас за салаты, ребят? Сейчас не нажимается. Нажми, нажми на пробел. А, стой, вот сюда вот нужно. О, я, а я... Так, а отлично, все, я отнесу. Да, я тоже приготовил, точнее, мы с Ульяной приготовили. Отлично, так, теперь нужен полный стак. Тут чей-то перец уже валяется, я потащила. Ой, а где, куда? Так, я режу перец. Так, я опять капусту, давай тогда мы, Ульяна, с тобой будем. Я помидорку возьму. Хорошо, я перец нарезала. Так, я капусту принес. А я вот капусту оставил нарезанную. Так, я еще перец режу. Относи, относи. Ой, подожди. Ой, помидор надо, помидор. Сейчас, я случайно нажала не туда. Капустку надо отнести. Капустку нарезал, несу. Куда? Кому? Вон кого? Там тарелка. Тарелка, где? Тарелка, добавляй. Ладно, я сама. Где тарелка? Все, я сама добавила. Есть. А где брать тарелки? А, я не знаю. Вот тарелка, давай. Вот раз положил, два положил. Тарелку отдал. Отлично. Так, я буду просто резать, а вы так, собирайте. Так, здесь капуста. Я вижу капусту. Она уже готовая. Ребят, смотрите, можно нарезать и класть на вот эту крутящуюся штуку. О, это круто. Так, я несу помидором капусту. Ой. Будь здорова, Ева. Спасибо. Ну не чихай на кухне, это не очень... Да, не чихай на кухне, ты что? Я настолько забегалась, что уже все, аллергия. Ладно, мы с тобой вместе нашинковали, а нет. Да, не, мне не дали. Так, ребята, кто-то отдает тарелки? Так, я отдаю. Давай, Ульяна, молодец. Да, я отдала. Мы вам, короче, давайте так, кто-то нарезает, кто-то отдает. О, какой простой салат заказали. Так, кто у нас будет официантом? Ну, точно не я. Так, короче, я пошла отдавать, у нас сейчас время кончится. Давай, 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 я тоже отдал. А откуда берутся тарелки? Почему нет тарелок? А, капустку, нужно... капустку! Ну, их кто-то моет. Капустку! А кто-то из нас моет? Капусту, иду. Ху-ху-ху-ху. Положи на место. Успел, капустка, ура! Успел капустку. Капусту положила. Так, надо еще перца. Перец вон катается. И помидоров, перца, всего нарезать. Помидоров. Так, стоп, перец вот нарезанный. Так. Готово, перец положил. А я тоже принесла. Так, ладно. А капуста? Все есть. Отлично, я давай, отдаю. Давай, давай. Так, давай. Помидоры у меня есть. Капуста вообще-то катается там. Так, я не успеваю за вами. Так, капуста, помидоры. Просто капуста. Капуста, помидоры есть. Да подожди, Ёша, я только взяла, ты положил. Ой. Прости, пожалуйста, Ульян. Просто капусту, просто капусту. У нас, кажется, не хватает тарелок. Капуста, капуста, я бегу капуста. За ней, я бегу за ней. Иду, иду, иду. Так, я тут случайно... Ладно, давай, давай, клади. Я случайно давай, не нарезанную положила. Клади, господи, давайте, давайте, давайте. О, я успела. Так, капуста, перец, ребят. Перец. Перец, перец, где перец? Сейчас перец заберу. Вот, перец. Есть перец. А, давай, давай. Я отнесла. Отнеси, давай, давай, господи. Какой ужас. Просто капуста, просто капуста отнесу. Несу. Так, подождите, а просто капусту не положили раньше? Нет. Это новое, все, несу, положил. Так много капуст, ребят. Так, перцы нашинкуйте. Так, я готовлю капусту и перец, я взяла. Отлично, давай, Ульяна, давай, отлично. Я уже ушла, да. Так, следующий, 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 это все, все вместе. Это вот все есть. Так, помидор, я взяла помидор. А, капуста, капуста, капуста. Так, все готово, я отношу. Так, нам осталось 1.5 минуты продержаться. Давайте, давайте, давайте. Так, мне нужна капуста. Так, перец, капуста, вот капуста. Сейчас еще приедет нет, капуста. Нет, ты взял помидоры. Вот, да, вот, пожалуйста, неси, неси, давай. О. Слушайте, оказывается, контейнер, вот этот вот конвейер очень удобный. Да, очень, очень классно. Так, капуста, капуста, капуста. Я его не сразу заметила. Капуста. Все, все, кладу. Теперь все вместе. Ульяна, бери что-то, бери. Я беру капусту, бери перец. Все, я взяла помидор. Отлично, давай. Хорошо, перец. Перец, тащи перец. И сразу давай, ой.
Промахнулась. Нажимай, да, нажимай на это. Ой-ой-ой. Нажми на перец пробелом. Все, я поняла, нельзя на доску класть уже готовую тарелку, оказывается. А, так, все, еще один кладу, все, отлично. Слушайте, мы столько ингредиентов нарезали, настолько салатов не закажут, ребят. Кажется, мы нарезали лишнее. Ну, они у нас неограниченные, так что нормально. Так, ты что положила? Так, тебе капусту положить. Ага, хорошо. Тут даже две капусты рядышком катаются. Так, помидорки, капусты забирают. Отлично! Слушайте, мы отлично справляемся. Да! Да. А где заказы? Дружная команда. А заказов нет, мы слишком профессиональны. Давайте быстрее заказы нам. Ну, давайте. А знаете, за то, что нарезаете, вам дают какие-то очки. Я порежу еще у ножей. А как так-то? Давайте так отдадим тарелку с помидорами. Нет, так нельзя. Мне так нравится, когда шинкуют овощи, и так выглядит смешно и страшно. Да, страшно, реально страшно. Слушайте, мы преодолели все заказы. Мы справились быстрее. Да. То есть нам больше не стали давать даже? Да. Обалдеть. Вот это мы молодцы. 23! Ого! Из 23! Слушайте, мы просто профессионалы. Вот это да. Идеально. На самом деле, во второй половине мы стали прям очень скоординированно работать. А Йоши лучший игрок. MVP! Это я! Может, Йоши просто больше всех тарелок отдал? Ну, возможно. Но MVP это типа самый полезный, то есть. Угу. Как это с английского, я не помню. А я столько нарезала, вон до сих пор оно крутится там. Штуки. Слушайте, у нас отлично получается. Давайте тогда кто-то носит, кто-то режет, а кто-то собирает. Вот мы с Ульяной хорошо собирали вроде бы заказы. Ну, можем поменяться. Да, чур я режу тогда. Ребят, я знаю этот уровень, тут двери иногда закрываются и вас блокируют. Мы в космосе? Ничего себе. Так, нам добавили сложность, да? Да, по двое. Вот к Йоше кто-то пойдет и будет ему помогать. Давайте, давайте. Йоша один. Да, это раунд супа. Воу. Я, наверное, пойду к Йоше. Ничего не понятно. Так, Рэдди, нет, не Рэдди, не Рэдди. Ева, иди к Йоше, мы будем здесь с Ульяной. А как выйти? Ой, нас закрыли. А мы ничего не можем сделать, подожди. Как делать, что делать? Ева, иди к Йоше, а мы сюда будем таскать ингредиенты. Я иду к Йоше. Йоша, открой дверь. А я не могу, нельзя, я не могу открыть. Очень удобно, что мы друг другу не мешаем, то есть мы не застряем друг в друге. Так, все, хорошо. Ева, как дверь открыть? Ева! А, у нас картошечка, да? Я не знаю. Она сама открывается. Да, давай берем картошку, Ева. Я беру картошку. Как много картошки-то надо. Так, почему мне не кладутся... А, их же нужно сначала пожарить. В кастрюлю! Кастрюля, точно! Так, у меня вторая картошечка, кладу. Нет, подожди! Ты не картошку, ты грибочки! Я не то сделала! Убери с огня, и все будет хорошо. Так, несем просто две картошки сейчас, Ульян. Так, подожди, я сейчас сделаю картошку. Так, один супчик готовится, давайте. Так, Ева, тащи три помидора. Так, три помидора, хорошо. Я положила картошку. Да почему я взяла не то? Ульяна, я тебе картошку привезла, но меня закрыли. Так, ребят, я пока вам что-нибудь принесу. Так, давай. Как мне убрать? Так, а я успею наш заказ, я успею, я смогу. Ну, да, давай. Я не могу поставить, в смысле? А почему я не могу? А, в тарелку. Я дурачок. Так. Но я успел. Ульян, как там картофельный суп себя чувствует? У меня все очень плохо, очень плохо. Так, я бегу. Так, вот эти вот грибы нам пока что не нужны. Давай их выльем куда-нибудь, пойдем. Я случайно положила грибы, очень случайно, две совершенно. Кастрюли. Но я не понимаю, почему у меня не кладется вторая картошка. Потому что я не порезала. Звучит логично. А, это грибы. Что же такое? У нас же общие заказы, да? Да. Нет. Как нет? Общие? Да, общие. Мы, по-моему, немножко один заказ проворонили, ребят. О, нет. Я какая-то бесполезная. Так, я нарезала и поставила на кастрюлю уже помидоры. А, у вас уже есть? И мы. Блин. Два помидора. Так, мне нужен помидор. Я пошла за помидором, я взяла помидор. Так, Ева, надо грибов! Так, мы один грибной уже готовим. А как понять, что уже готово? Он должен приготовиться до конца, там полочка должна пройти. Ты на плиту не поставила, Ульяна! Да я уже сняла его. Тогда в тарелку налей и, в общем... А тарелки нет. А, я успел, ребята, я успел. Одна тарелка у нас всего. Как-то. А кто украл тарелку? У меня беда, Лана. Что там такое? Мне не получа... А, все. Ты представляешь, я, оказывается, на плиту-то не поставила. Да нам уже не нужен этот суп, нам нужен грибной. Грибной. Так, давайте грибной забирать. Грибы. Давай, Ева, давай. Так, режу. Грибочки. Так. На плиту. Ева, горит. Горит. Так. Давай, туши. Туши, пробел нажимай. А как ты?
Как тушить? Мипробел! Я ваш мипробел! Отлично! Фу! Кошмар! Да зачем нам столько грибов? Я спасла наши грибы! Так много грибных надо! Все правильно! А, ладно, нет! Почему на космических станциях любят грибные супы? Непонятно! А я могу тебя передавать вот этой зелененькой штучке? Нет, ты можешь пойти к ним и помочь им. Да опять грибной суп! Слушайте, кто любит так грибные супы? Так, отлично, я сейчас один отдам, и нам будет немножечко поспокойнее. Я говорю, отдам, отдавайся быстро. Так, отлично. Так, я таскаю грибы, я правильно делаю? Да. Еще грибочек нужен, еще один грибочек. Я уже положила. Да отстань. Давай я отдам. Нет, Ульяна, у нас две кастрюли, в которых по одному грибочку. Отлично, отлично. Картошка, у меня есть одна картошка, ой, две картошки, надо еще одну. У нас тоже есть, сейчас мы сделаем. Давайте. На всякий случай я тоже сделаю, вдруг будет следующая картошка. А да. Сколько у нас? 20 секунд, вряд ли. Ой, Ева, сними. Так, нам нужна картошка. Ладно, я сниму сам. Я пыталась, но я не успела. Мы не успеем, ребят, по-моему, мы провалили этот раунд. Нет, я думаю, я успею картошку подать. Я тоже попробую. Давай, Ева, подавай. Нет, блин, Ева, почти. У меня была кастрюля в руках. Да, у меня тоже. Блин. Так, ну смотрим. Из 10, наверное, да? А, из 11. Ну, не так уж и плохо на самом деле. Ну, в принципе, да, я думаю, нормально. Да, 72% вполне себе. Ну, кто же будет? Нет, кто-то будет. Никто? Профессионал. Так, а вы помните, что я говорил, когда я только начинал играть в мой ресторан? Я говорил то, что я сильный ресторатор. И я планирую в 50 лет все-таки управлять своим рестораном. Так что вот, видите, это очередной шаг в моей мечте. Алёша, когда мы начинали, у тебя над головой было написано «посудомойщик». Так, ну это пока, я пока молодой посудомойщик. Вот в скором времени, вот, ну как в скором, через сколько-то лет, мне будет 50, да. И вот у меня будет свой ресторан, я буду шеф-повар, главный шеф-повар. Хорошо. Ой-ой. Так, а теперь мы все вместе опять, да? А, ну да, мы продолжаем, и я думаю, что... Что-то у нас много ингредиентов добавилось. Ой, страшно, ребят. Ого, мы быстро, конечно, продвигаемся. Бургеры. Бургеры? Ой, тут есть какие-то ускорятели. Так, значит, мы выкладываем на ленту, кто-то режет, затем мы соединяем, варим, жарим. Так, кидайте на ленту ингредиенты, мы тут стоим на нарезке. Так, хорошо, Ульяна, хорошо. Ульяна, давай, мы берем ингредиенты и режем. Так, подожди, это надо не резать, а жарить. Хорошо, я поняла. Я жарю. Вот ты жаришь, тогда не давай нам котлеты, нам не надо котлеты. Я не давал котлеты. Так, подожди, а булку где? Булку кидайте нам. Булку даю булку. А зачем вам булку? Я аж две булки кинула. Так, у меня сыр. Да сыр есть. Нужно в последовательности делать все, да? Нет, ты все берешь в булку. Я отдал вам этот, готовую котлету. Нарезанный, не бросайте обратно. Ой. Котлету отдал? Я не готовую отдала. Котлету, да, отдал за сковородку, сейчас вижу, сейчас есть. Забирай котлету. Да сейчас она приедет. Давай! А я сырое мясо кинула, ребята, извините. Ребята, я могу вам отправить только сковородку. Давай, так и надо. Да? Так, я иду вам помогать, короче. Так, это мясо? Вот булочка, кстати. Ой, да, спасибо. Я тогда буду жарить так, мясо. Так, вот булочку, осталось только котлеты положить. Так, вот котлета, Ульяна, котлету. Вот, давай. Вот сюда. Да. Клади, а теперь вот это быстро. Готово. На тарелку и сюда. Прости, вот, клади тарелку. Нет, Леша, зачем ты украл тарелку? Прости, пожалуйста. Какой ужас. Я хотел тебе помочь, чтобы быстрее было. Прости, пожалуйста. Ничего. Там горит что-то, ребята. Горит. Ева, ты чего? А у вас огнетушитель. А, я тяну огнетушитель. Так, сейчас я прибегу. Господи, что это такое? Ева, прости. Кухня, живи. Кухня. Да, как, ну давай, ну ты. Ёша, тут туши. Просто мясо отдайте. Я бегу к вам. Я не могу, так, о боже, оно, нет, закончился. Как не тушить, нельзя взять, он тоже горит. А как тушить? Да не получается. О, спасибо тебе, Ульяна. О боже, у меня голос уже сел, мне кажется. Котлеты, дайте мне котлет. Не тушите меня, дайте котлеты. Так, я пытаюсь вытащить отсюда сковородку. Нет, о, я достала сковородку. Сковородка летит. Нужна булка. Булки я положила, их там должно быть много. А булки у вас слева есть. Сейчас заберу мясо. Не заберу. Булки? Да, у вас слева булки. А, так, что нам еще нужно? Нам нужно мясо. Мясо отправила, держите, там сковородки едут. Сковородки едут. Сковородка уехала. Я тоже с месяц сковородка еду. Вам нужны сковородки? А сковородки? Ну так, в принципе, они всем нужны. Ой-ой-ой, так, я сейчас уберу, я сейчас отдам этот заказ. Давай, Ульяна, отдавай.
Ух. Сковородку отдал одну. Так, нужен еще сыр. Отдал еще одну. Режу сыр. Отдал снова. Так, помидор, режу помидор. Так, сыр, сыр уже положили, отлично. Так, булочку положил. Все, я отправила. Помидор, я взяла помидор. Так, помидор, так, все есть, да? Я отдаю. Лана, ты профессионал, ты не просто повар. О, ты ничего прям, себе. Ты будешь моим сушефом, Лана, ты хочешь стать моим сушефом? А, Ёша, они не хотят его забирать. Кто не хочет? Как это не хотят? Извинитесь! Лана старалась. Они не хотят? Наглецы. А там нет капусты. Нет, это не тот заказ, там должна быть капуста. О, нет. Я много накидала капусты, вы уже всю использовали? Так, я нарезала капусту, я сейчас все сделаю. Мне нужно еще мясо и все, только мясо. Так, вот мясо есть. Мясо едет. И еще одно сейчас мясо приедет. Все, давай. Так, отлично. Все готово. Здорово. Так, мясо поймать. Поймаю мясо, мое мясо. Нет, не могу. Блин. Ладно, ничего, я бегу. Слушайте, мне нравится готовить бургеры. Да, здоровская игра. Особенно, когда у меня получается. Так, стоп, булку, достаньте булку, срочно. А где они? Вот тут слева были. Нету здесь булок. Вы что-то положили на них. Вот тут вот булки были, по-моему, нет? Нет, нельзя ничего положить на булки. Нет, нету булок. Ева, нам нужны булки. Да, Ева, давай булку. Сейчас все будет. Отправляю Ева посылкой Почты России. Голубями, Ева, голубями, берите булку. Лана, тащи булку, давай, так. Лана, ставь куда. Что? Нет! О, не успели. Господи. Но мне кажется, сейчас должно быть гораздо лучше. Гораздо хуже. Сколько их всего? 12? Так, это мы хорошо справились. Ну, как в прошлый Слушайте, раз. Слушайте, мы постарались прям, да, здорово. О, Лана, ты MVP. Наконец-то! Поздравляем. Так, ну здорово. Слушайте, ну я считаю, на 3 уровнях можно закончить. Опять 3 звездочки у нас, мы вообще супер молодцы. Круто. Да, это круто, очень-очень. Да, мне тоже очень понравилось. Было сложно, особенно в начале, но потом как раз-таки к последнему уровню я уже, в принципе, плюс-минус привыкла ко всему. Как готовки и так далее. Мне очень понравилось. Слушайте, ну правда здорово, мне тоже очень понравилось. И мне. Да. Так, ребята, и если вам понравится, обязательно пишите в комментариях об этом, и мы обязательно поиграем на другом канале в эту игру, потому что нам реально очень зашло. Да, ну а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока. 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 Пока.